Блин, проиграли. Ого, нифига себе. Привет, внучек мой любимый, я на минутку. Это тебе, держи. Спасибо большое, бабуль. Пожалуйста, все, пойду я, а то Андрюшка в машине ждет. Нужно обратно в деревню ехать. Вы что, с дедулей даже у нас не погостите? Внучек, к сожалению, нет. В другой раз погостим, все, пошла я, пока. Пока. Офигеть, пятера. Как же я люблю свою бабушку. Она у меня самая лучшая. О, здрасте, вы к нам надолго? Привет, Надюх, уже уезжаем. Слава богу. Чего? Я спросила, почему так ненадолго приехали? А, да у Андрюшки просто дел много в деревне, зима ж скоро. Че, приезжали тогда? Надюх, мы в город за продуктами приезжали, и Андрюшка попросила, чтоб Кокарьку меня завез, чтоб я ему денежку дала. Ну-ка дали-то. Пятера, Надюх, все, пойду я, а то мой рухаться будет, что надолго ушла. Пятеру Игорьку дала. Чудесно. Раз, два, три, пять. Я богат. Игорек. Да-да. Я сейчас бабулю видела, она сказала, что к тебе прижала, а зачем? Просто так? Ну да, и все, она мне 5000 дала, мамуль. Я богат. Ничего себе, поздравляю. Спасибо. Это, Игорек, а давай эти 5000 ты дашь мне? Зачем? Как это зачем? Чтобы они у меня лежали. Нафига им у тебя отлетать, мамуль? Они и у меня полетать могут. Я пришел домой. Игорек, лучше, чтобы эти 5000 лежали у меня, чтобы ты не потратил их на какую-нибудь ерунду или вообще не потерял их. Ну ок, держи. Братан, а ты не знаешь, что с мамкой? Она ходит по кухне и пришептывает. Моя прелесть, моя прелесть. Не знаю. Может, из-за 5000, которые я ей на хранение дал? В смысле? Привязала бабуля, дала мне 5000 и уехала. Затем пришла мамка и предложила дать ей 5000, которые мне дала бабуля, чтобы я не потратил на какую-нибудь фигню или не потерял. Ну, я и дал. Братан, теперь забудь про эти деньги. Ничего не понял, братан, объясни. Братан, я когда был маленьким и ко мне приезжал дедуль, давал деньги, тоже давал на хранение мамке. И знаешь что? Да. Больше я этих денег никогда не видел. Блин, и что делать? Братан, только смириться. Вот это я лоханулся.